Языки утверждают, что новый грузинский президент в определенной степени избрался благодаря содействию Российской Федерации. А поскольку никто активно это не опровергает, я думаю, что можно говорить о том, что да, действительно, какие-то, наверное, изменения произойдут. И, вероятно, все, что в позитивную сторону, потому что ухудшение отношений, ну, уже практически невозможно. Это следующий этап, это только война или, я не знаю, не дай бог, какие-то сложные уже военные противостояния.